Доброе утро, сынок. Ты сам проснулся или кто тебя будет? Зоечка сейчас приедет к нам. Так, мама пошла готовить одежду, да? А ты уезжаешь. Ты поедешь на работу. Садик. Ой, мальчишки уже с утра пораньше начали собирать. Это вы что, ниндзяго начали? А, джуниор какой-то, да? Это новая коллекция. Давай еще. Джуниор. Это хвост. Ого. Блядь, потрогай. Вот он бьется. Мам, смотри. Мам, смотри. Тебе нравится, Наташек? Да. Ой, головой аккуратно. Давайте я вам одежду принесу. А смотри, тут уже человечки даже, сына. Да, мы уже собрали. Вот этот самый сильный из бойчика. Угу. Лойд? Угу. Понял. Это мы только 10. Вот самый младший, но самый сильный. А вот это коробочку. Коробочку? Ты посмотришь? Мы вяжем уже, начали опять с укропа. Сегодня вообще другой день, да? Прохладненько так хорошо. А потом обратно же написано 43. Это несколько дней. Да, потом опять жара. Опять 43. Так, мы, в общем, сейчас будем обедать. Вернее, Сержунечка уже пообедал. На обед у нас суп сырный с грибами, с ветчиной, который. И салат сделали, потому что вчера не наелись. Ветчина, салатные листья, сыр и вот эти химические сухарики с майонезиком. Все перемешать. Мне очень он нравится. Ага, доедаем еще. Уточка здесь немножко осталась. А куриные уже доели, да? А вот плечики, еще два плечика. Я попробую. Попробуй. Ты еще такой не пробовал? Ну как, нормально? Родители уже приехали. Сейчас делаем кофе с молоком. Мы почему-то, знаете, дома пьем только кофе с молоком. Так, без молока, честно, как-то без удовольствия. Вот, и сейчас пойдем вязать петрушку. Укропа мы уже навязали. Осталась петрушка, сейчас без 23. Вот, солнышко выглянуло, но все равно с жары вообще нет. Даже кондиционер мы не включаем, и я поэтому заложила посудомойку. Это уже третий раз, и еще на один разок останется посуды. Я туда и все закладываю, и кастрюли, в общем, не только тарелки. Григорий привез коробочку петрушечки нам. Что там, увидел карася на речке? Да не, я знаю, как их определять, когда он гуляет. Камыш шелестит. Ой, под корень надо, чтобы он прям шевелился сильно. Да. Что, на сегодня мы пока все навязали. Сколько мы? 259 петрушки и укропа 525. И сейчас иду собирать малину. Взяла вот эти вот помытые ведерки. Они такие прикольного размера, 2 литра получается. Так что иду. Будем сейчас с Григорием малину собирать. Уже она заканчивается, да? Да, Жень. Сейчас малина в этот сезон заканчивается. А я как вчера собирала 5 лукошек собрала. 5 сама? Да. Молодец. Я пока утром пошла, пока мне папа сказал: Леша, ты лучше сейчас пойти, потому что сейчас жара такая будет. Ну да. Я ходила, лукошки собирала. И 250 рублей мне мама не дала. Я говорю, где мои 250 рублей? Она говорит, я потратила на подарок Антоше. И пока жизнь. Антоха сегодня в новой уже кофте ходил, да? Футболки. Это Даша мне подарила. Это Даша, да. А что ты не переоделся, да? Пойди, беги, переоденься. Я пока доделываю салатик. А со сметаной, помидоры, огурцы, лук, зелень и сметана. Мам. И соль. Вот сейчас будем кушать и спагетти с сыром. Мам, я спагетти с сыром. Хорошо. Сынок, Афоня пошел всех звать кушать. Папуля, пошли кушать. Будем, в общем, есть спагетти Бариллу. По кусочку такой вот грудинки свиной из агрокомплекса. Как раз я разрезала, был небольшой кусочек. Ну и салат же будем доедать. Еще рыбка. Вчера запеченная в духовке и овощи.
там с Дашей играете? Да. Там вы уже собрались? Да. Ну, едьте. Ну, поедем. Ну, до свидания. Ну, давайте, играйте. Вы где, в песочке? Да. Ну, все тогда, сыночек, люблю тебя. Я так. Шоколадку подарили. Да, сегодня... Папа, я закрою там. Да. Так, мы приехали с карате, папа наш забрал. Такие уж обстоятельства папа. Получились, что папа нас забрал, а да? Папа, я тебя Люба. А ты в комнате? Ну, заходи в комнату. Ты нет, я сзади сидела. С Ульяной же и с Полинкой. Так, ну заходи тогда в комнату. Антоша пока собирали жерделки, да? Покажи, папа натрусил на компотик. Это вот мы нет, все покушали на карате. Вон там на компот. Там вы? Да. Пошли, и как обалденно светится гирлянда. Мне она так поднимает настроение, несмотря на то, что лето. Она прям очень в тему. Пошли. Да, тут ничего не видно. Сейчас Гриша включит нам. Вот эти жерделки, которые... А кто их собирал? Я. А кто еще? И ты собирал? Молодец. Будем варить компот, да? Ничего. Или в морозилку их, наверное, положим. Еще Гриша сегодня нарвал крыжовник. Ничего не поставил. Такой черный. Нет, я не буду ставить. Я все это в морозилку. Папа, идите кому черную смородину. Григорий сегодня поработал. Что ты, Юрочка, это делаешь? Я только помыла навес. Когда я его мыла, получается? В субботу, да? Обметала тут все, и уже, посмотрите, какой паук сплел паутину. Вообще, я в шоке. Григорий, покажи, пришел сертификат на оранжевый пояс. Это 10-й Q у Григория. Это оранжевый пояс. Григорию, да. Оранжевый пояс с Москвы. Это можно сказать, документы. Ну, документ на пояс, да, что ты его не просто купил, а именно получил. Папа, это документы на этот, на... А Антошику еще подарили подарок, да? Кораблик, плавающая модель. По-моему, здесь ее нужно заливать. Здесь гипс. Нет, это нужно на улице и с папой делать. Нет, это у нас в комнате. Ну, мы будем на улице. Мне нет. Не хочется гипс рассыпать по всему дому. Там гипс мы не рассыпем. Зоя, я вас знаю, вы его рассыпите. Не-а. Сейчас будем смотреть «Собачью жизнь». Ты будешь мороженое? Да. Я просто не хочу да. Тоже. Выглядит всех, а нету. Ага. Да. Включили что? Через Chromecast «Собачью жизнь». Мы еще в кино видели рекламу. Нам очень понравилось. Сейчас посмотрим про собачек. Да. Я не понимал, что происходит, так как... Посмотрели мы фильм. Очень-очень трогательный. Это второй фильм. Настолько трогательный, который я смотрю за всю свою жизнь. А первый был, это «Аманда» назывался. Он в детстве его смотрела, он про лошадь. Здесь тоже столько таких приятных, грустных мыслей. Наводит все-таки на раздумье. В общем, здоровский фильм. Если вы не смотрели «Собачью жизнь», то обязательно посмотрите. Вот, Афоньку уложили спать. Сейчас буду монтировать видео. Всем до завтра. Пока! For all the times that you ain't at my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.